Просто приказ немецкому командованию, что русские разведчики следуют по пятам, и офицер приказывает не расстреливать женщин, а просто их отогнать от боевой техники. Хотя вы видите, что бежит маленький ребеночек, кто-то пытается убежать. Сбили в кучу, все. Вы представляете, какой ужас испытывают эти люди, на которых направлено оружие. И они хотят спастись, они хотят жить, но перед ними стоит беспощадный, ужасный, кровавый враг. Так бесчеловечно их загоняют ближе к артиллерийской позиции. Скорее всего, они будут использовать их как заложников. А посмотрите, вот мужчину, который был в солдатской шинели, старый русский еще солдатской шинели, который остался с Первой мировой войны, отводят дальше к заброшенным артиллерийским позициям. Два немца. Это не просто так. Скорее всего, получим бесчеловечный приказ на... На расстрел. В это время на передовой немецкой позиции немецкий унтер-офицер вглядывается в бинокль справа, наглядывает поле, что-то он там уже замечает. Ну, а видите, расстреляли старого служивого, скорее всего, солдата, посмотрели, жив или нет. Вот сейчас могут и добить. Вот смотрите, остановился и решает, добить или не добить. И увидел, что человек еще жив, и решил, зачем? Пускай помучается и замерзнет окровавленный в снегу. И спокойно два палача пошли по дороге. Такое впечатление, что они выполнили домашнее задание. Вот так расстреляли совершенно неповинного человека ни в чем.